Всем привет! Сегодня меня даже не видно из-за посылок. Большая, огромная куча посылок. Здесь есть в основном GD, они видны по ленточкам. И есть посылка одна с Копаго. Это принтер, термопринтер. И есть несколько посылок из AliExpress и одна посылка с GearBest. Мы сейчас все распакуем, но если что-то понадобится обозреть более детально, мы сделаем это отдельным видео. Ну а пока давайте распакуем нам все эти посылки и посмотрим их. Итак, все распаковал, с правой стороны все вот так вот разместил, и теперь будем мы постепенно это все убирать и смотреть, что пришло же. Сразу хочу убрать вот эти вот штуки, это подставки с GD магазина, подставки Мокис, по-моему, вот, но они прикольные подставки, меня знакомый попросил, да, Мокис. Они выглядят вот так вот хорошо, крепкие, хорошие, я пользуюсь лично такими. Вот, попросил друг заказать ему, зачем ему так много, я не знаю, но вот я ему заказал, пусть будет. Мы их уже рассматривали неоднократно, поэтому все с ними в порядке, все в упаковке, GD, у них всегда все прекрасно с упаковкой, поэтому откладываем их, вот туда положим. Далее хочу тоже отложить вот эти вот пасты Crest. Я их накупил, две партии по 5 штук, на прошлой неделе первая 5 штук пришла, вот теперь вторая пришла партия. Ну, отличные зубные пасты, зубы отбеливают неплохо, поэтому я взял еще 5 штук, ну, не только себе, там, родственникам и так далее, паста это такая штука. Вот, далее хочу рассказать историю про вот эти вот бутылки. Были у меня уже в обзорах, есть обзоры про эти бутылки, распаковки. Сейчас мы посмотрим на них, и я расскажу, почему я их купил. История очень длинная. Я покупал эти бутылки на GearBest, они очень удобные. Карген, да, вот. Удобство заключается в чем? Во-первых, мы не дотрагиваемся до горлышка, вот, открывается она, и мы тянем через трубочку, тянем в себя. Немножко вот здесь она слиплась, сейчас мы ее растянули. Вот, бутылка классная, и все, кому мы покупали себе, то есть, ну, изначально покупалась для жены, для тренировок, но потом знакомые начали просить и так далее, и как бы накупили, раздарили и так далее, и бутылка очень классная. Я выложу фотку вот такой же желтой бутылки для сравнения, как через практически год ее использования. Она немного поцарапалась, но выглядит все целое и все отлично как бы работает. И фишка в чем, что не нужно опрокидывать, то есть мы на тренировке вот нажали, опрокидывать голову не надо, просто вот поднесли ко рту и попили, сколько нам надо. Вот. Вот так выглядит она, бутылка классная, вот крышечка закрывается, а вот так отскакивает, я ближе на камеру покажу. Вот. А,
То есть бутылка классная. И история заключается в чем вообще приключение этой бутылки? На гербесте их не было, я их не мог найти долго на Алиэкспрессе по названию, которое было в гербесте. Поэтому я заказал на eBay. Нашел их по названию фирмы, да, марки нашел на eBay и заказал бутылку. Через несколько дней, даже не через несколько дней, а через неделю где-то, мне вернулись деньги на карту. Именно эта сумма. Я вначале не понял, что это за дела. И тогда посмотрел, это продавец eBay вернул деньги, вообще без всяких разговоров, без писем, ничего. Просто я им написал, ребят, это что такое? Они пишут, а мы не можем отправить. Я, ну ладно. Начал искать, искал и нашел я все-таки на Taobao, они дороже получается, ну намного дороже, там около 10, наверное, долларов выходило. И ну, меня цена не особо устраивала, я нашел в Испании, на каком-то испанском магазине, они там стоили 2-34 евро, по-моему, ну что-то около 3 евро, и ну довольно-таки неплохая цена, я заказал тоже там 4 штуки, по-моему. Заказал, все отлично, мне пришло уведомление, что все в порядке, все как бы нормально, не отправляют, написал им, ребят, что ж такое. Мне говорят, мы им вернем деньги, потому что не можем отправить, опять же. И расстройство. Ну и после этого я полез искать уже просто не по фирме, по названию фирмы искал, а искал уже просто water bottle, да, то есть... И просто листал страницы, пока не наткнулся на эту бутылку. И цена, по-моему, что-то в порядке 7 долларов. То есть, эта бутылка реально этого стоит. Ну, я бы их не покупал столько, потому что у меня уже это не первый обзор этой бутылки. Эта бутылка этих денег стоит, чтобы за что ее отдать. Крутая, можно подцепить куда-нибудь, удобно пить. Не нужно переклонять, то есть риска подавиться меньше уже, да, то есть, ну, конечно, можно и с такой подавиться, вот, но мне, например, очень нравится. Я поэтому купил разного цвета, смотрели желтую бутылку, теперь зеленая, красная, вот, да. Ну, вот фиолетовая, вот она такая, вот можно рядом посмотреть на них. Бутылки действительно классные. Я заказал 4 больших бутылки и одну маленькую. Сейчас мы ее найдем. Где она тут, непонятно. Но сейчас мы ее найдем сразу. Наверное, нет, не это. Вот. Вот в такой коробочке она идет. То есть маленькая бутылка для ребенка. Принцип тот же. Та же фирма. Единственное, что она вот такая немного... Немножко с другой ручкой. Вот, но принцип тот же. Трубочка, крышка, трубочка для маленькая, для ребенка. Вот. Здесь все отлично. Давайте посмотрим. Это для сына было куплено отдельно, чтобы у него была тоже своя бутылочка. То есть у каждого члена семьи теперь есть по бутылке. Вот. Бутылки действительно классные, не остановлюсь их хвалить, потому что ну реально прикольные бутылки. Ссылка будет на этого продавца в описании. Далее давайте посмотрим тоже из мелкого. Отложим тоже очки. Ой. Очки у меня две пары такие, я купил себе на работу, купил себе домой и пользуюсь ими, я очень ими доволен и был у окулиста, окулист сказал, что можно ими пользоваться, единственное, что мне нужно раз в 40 минут хотя бы отвлекаться от монитора, снимать очки и немного за 5-7 минут отдыхать от монитора, вот, но очками он сказал, что можно пользоваться и поэтому, ну, я ими очень доволен. Далее давайте посмотрим. Вот это вот, это у нас посылка с GD, немного примялась. Ага, это носки, но с другим узором. Помните, я в одном из обзоров открывал носки, для женские носки с GD, с котиками. Вот, она их носит, они ей понравились, очень прикольно. Ну и тут я наткнулся на недорогие носки женские, вот такие вот, с узорчиками разного цвета. То есть здесь один узор, но носки разного цвета. Вот такие вот все. Далее у нас два набора струн. Это разные струны, обычные, я не помню...
фирма какая, ну ссылка будет в описании. И вторые — это нейлоновые, по-моему, мягенькие струны, для того, чтобы было мягко пальцем, то есть, ну, для ребенка как раз. В одном из обзоров предыдущих мы видели маленькая гитара детская для из Gearbest, очень хорошая, черного цвета, на предыдущих обзорах она оказалась, там лопнула одна струна, и струны там очень неважного качества, поэтому я заказал одни дорогие струны, которые очень советуют любители игры на гитаре. И вот такие вот два простенькие, вот эти мягкие, они для того, чтобы пальцы не сильно грубели, когда ты играешь, и для ребенка, который не может, у него, которого кожа на пальцах мягенькая, который не может зажать хорошо струны, они — это оптимальный вариант, самый мягкий, то есть для начинающих музыкантов. А, это убиратель катышков, ха, прикольный. У меня, в общем, столкнулся с такой проблемой, одна кофта, я в ней, она, как бы, я походил 2 или 3 дня в ней, и она вся кофта стала в катышках, и я купил себе вот эту штуку, давно хотел, убиратель катышков, как она работает, детально запустим, посмотрим, да сниму, в общем, как она работает. Тут это из GD. Итак, кофта, много катышек и катышкоубиратель. Кстати, я его, когда второй раз открывал, отломал, вот когда открывал, прижал пальцем и сломал вот ножку. То есть с этой стороны вот эти 4 ножки, которые держат, они из пластика тонкого, и они рано или поздно отломаются, это однозначно. Ну вот я первый отломал, то есть нужно брать где-то вот так, чтобы на них не придавить. Я просто взял, получается, и пальцем придавил, он сломался легко. Вот, ну давайте пробовать с катышками справляться. Круто! И что я могу сказать? Действительно круто. Смотрите, гладкая кофта стала. Вот эти все катышки. Так, сейчас выключу. Вот эти все катышки. И смотрите, гладенько, вообще ни одного катышка. И вот катышки где есть. Блин, ну класс. Смотрите. Круто! Давайте вот здесь еще покажу. Плохо фокусируется. Вот, оно даже понятно по звуку, можно с закрытыми глазами. Если звук такого треску шел, то значит все без катышек. Все гладенькое вообще. Бомба вещь. Классная, мощная и, ну, прикольно работает. Единственное, что я отломал вот эту вот ножку у контейнера. Так, достали вот контейнер. Немножко пыли получается здесь у нас. Пыльки. Вот, и такой контейнер. Вот этой щеточкой, которая идет в комплекте, мы ее пойдем вытрусим сейчас и почистим контейнер. Все почистили, можно одевать, и снова мы готовы бороться дальше с катышками. Кстати, ну вот не знаю, там минуты 2 я потратил и почистил кофту. Кофта мне очень нравится. Единственное, что я ее тут уже немного испачкал. Ну, допустим, если другая кофта будет такая же, которая будет немного катышками засираться, то эта штука отлично подойдет. Вот. Далее у нас принтер, который достоин отдельного обзора, кратенького. Вот, мы его сейчас просто распакуем, посмотрим, что у нас в комплекте. Это принтер из магазина Cofago, термопринтер, то есть можно подключиться с телефона и напечатать картинку какую-нибудь или что-нибудь с телефона. То есть сейчас мы просто распакуем, и я отдельным видео сниму, как он печатает, и ну, когда разберусь, как он печатает, как он работает. Так, внутри у нас инструкция, еще бумажка, это, я так понимаю, гарантия качества. Сам принтер, кстати, выглядит очень прикольно, белого цвета вот такой. Вот, зарядочка, обычный проводок, microUSB, у нас их полно, поэтому особо мы
Вот, очень прикольный, беленький. Я не знаю, зачем вот этот экранчик. Возможно, можно фотографировать на него. Ну, я разберусь, посмотрим, как, что, где. Я так понимаю, он... А, заряжен, видите, загорелся зеленый, то есть... Ну, в любом случае, я думаю, мы еще разберемся, как с ним работать. Осталось две коробки у нас большие. Давайте попробуем с верхней этой коробкой. Давайте посмотрим изначально, как она выглядит со всех сторон. Вот здесь какая-то надпись для нас оставлена китайцами. Здесь у нас еще какая-то наклейка. И коробка, которая... После открытия ты ее уже не закроешь. То есть она рвется вот здесь на две части. То есть, ну, закроешь только скотчем. Вот, якобы запаяна. И я уверен, что многие из вас догадались, что это такое. Это подушка Xiaomi. Я взял ее попробовать. У меня есть подушка подобного плана. Покупалась она у нас, ну, в офлайне, в ортопедическом магазине. И я ей пользовался. Ну, у меня проблемы с шеей, как бы. Боли у меня не уходили, они становились еще сильнее, поэтому я то сплю на ней, то не сплю. То есть вот так вот меняю периодически. И купил вот эту вот подушку, но та подушка моя, она уже немного пожелтела, она там с гелем специально, то есть на нее реально ложишься, ты чувствуешь прохладу сразу, то есть ложишься, она как бы прохладная, ты ложишься приятно, а потом она нагревается и поддерживает тепло твое. То есть, ну, прикольная подушка, я сниму их рядом, сниму, покажу, что с той бы случилось за несколько лет использования, что как выглядит это на фоне той. Давайте распакуем, посмотрим. Ага, коробка, а в ней еще одна коробка. Вот. И вторая коробка у нас уже запаянная в плен. Раскрываем. Здесь у нас тоже какая-то наклейка 40 градусов Цельсия, 7 day. Вот, и здесь вот на крышке инструкция, как ее открыть, разобрать и пользоваться. Здесь вот какие-то технические характеристики. Ну, круто сделано, коробки у Xiaomi всегда крутые. И открываем, в первую очередь видим вот такую вот штуку. 15 минут распинался, показывал, что и как, и оказалось, что вторая камера для того, чтобы рассматривать вещи крупным планом, совершенно не пишет ничего. И поэтому сейчас бегленько мы покажем, что мы посмотрели, да, то есть вот, вот это вот мы покажем на эту камеру, как оно выглядит. Вот так вот выглядит. Опять напомню... Повторюсь, я про это отдельное видео сниму. И вот струны, носочки. Ну и вроде все. Посмотрели на все крупным планом. Итак, продолжим с подушкой. Здесь вот такая вот коробка, в ней что-то есть. И в рулон подушка свернута. Все, в коробке больше ничего нету. Давайте пробовать открывать. Здесь наклейка и тут наклейка. Давайте посмотрим вначале, что в коробке. В коробке наволочка. И вылетели вот такие вот две бумажки макулатурные. Итак, скрываем подушку. Здесь вот эти было залеплено просто для того, чтобы было компактнее. То есть мы их отлипаем. И здесь дырочки для воздуха. То есть подушка была... дышала все время. Здесь какой-то каушер на китайском. Открываем. Вот. И я так понимаю, нужно подождать, и она должна распрямиться. Сейчас посмотрю на инструкции. В общем, инструкция с картинками, но на китайском. Там написано одеть наволочку и разгладить руками. Вот. Ну, она немного выравнивается. Но память у нее есть, вот, смотрите. Вот, то есть вот эта вот складочка, она выровняется. Здесь у нас вот такие вот подплечи, две штуки. И вот здесь впадинка для головы. То есть мы ложимся головой с этой стороны вот сюда. То есть... впадинка для шеи
и сейчас оденем наволочку. А здесь у нас вот такая вот китайская грамота, сайт 8hsleep.com. Ну и дальше, ну, размеры 500 на 300 на 160 миллиметров. Вот, ну и все, что я тут понял. И телефон. У них я начал замечать, везде есть телефон, куда можно позвонить, если что. Итак, вот так вот подушка получилась. Вот, мы ложим голову сюда. Она... Я бы не сказал, что она слишком мягкая, но приятная на ощупь, и мне очень нравится эта наволочка. И она такая белая, что, наверное, ее еще нужно будет какую-то наволочку одеть сверху. Вот. Ну, конечно, приятнее на этой, но я думаю, она быстро испортится, потому что моя старая, вот она пожелтела, это моя старая подушка, и почернела. Давайте я достану ее. Сломалась молния, вот почему я ее не снимаю, потому что сломалась замочек от молнии. Ладно, не буду снимать, покажу так. Вот здесь, нет, давайте все-таки сниму, открою. Вот такая вот подушка у меня была. Она была изначально такого вот цвета. Вот. Вот так она гнется. И вот это вот гель, вот этот вот, он дает такую прохладу, когда ты на него ложишься головой, он реально приятную прохладу дает лицу, но потом он нагревается и, соответственно, тебе тепло, то есть тепло получается от твоего же тела, она нагревается и держит немного тепло. То есть, ну, подушка в принципе прикольная, по размерам они по длине такие же, по высоте Xiaomi выше. Немного с этой стороны и тоньше с этой. А, ну правильно, мы же не так смотрим. Сейчас я их согну, вот так покажу. Вот, ну в принципе получается они одинаковые. То есть здесь, ну форма такая, да, даже эта подушка, она немного толще. Но этой подушке уже несколько лет. То есть я думаю, она уже немного свойства свои утратила. А Xiaomi новенькая, я думаю, будет отлично все с ней. Вот, буду спать на этой подушке, несколько дней посплю на ней. И запишу потом, как мои ощущения вообще, понравилась она мне, нет, и стоит ли ее брать. Потому что, ну, вот эта, она мне не сильно понравилась. Во-первых, жестковато, то есть шея вот здесь не может продавить. Понравилось, вот этот охлаждающий эффект понравился. Она жесткая, то есть... Ну, да, крепче на ней спать, но она мне немножко неудобна, то есть я просыпаюсь из-за того, что у меня травма шеи, то есть мне бы вот здесь бы выемку, как у Xiaomi, я думаю, было бы лучше. Ну, посмотрим, в общем, попробуем и сравним. Итак, подушка Xiaomi. Скажу, вот на белое быстро цепляется какой-то мелкий крошка, мусор, вот. Но подушка очень прикольная, мне понравилась. Понравился очень запах бамбука, то есть наволочка сделана, я так понимаю, из волокон бамбука или из чего-то такого, что, ну, она приятно пахнет. И, но жене, например, не понравился этот запах, она сказала, чем это она воняет, но мне очень понравился. Вот, я люблю спать на животе, и мне эта подушка не очень подходит, потому что вот здесь высокий подъем, и получается, если я сплю на животе, мне нужно поворачивать голову влево-вправо, да, то есть... И вот этот подъем упирается подбородок, и голова, получается, выгибается назад. И подушка удобно спать на боку, то есть если ты спишь на плече, на боку нормально. И если на спине спишь, тоже удобно. Вот. Но я всегда практически спал на животе, и для меня это как бы некоторый дискомфорт. Поэтому не для всех любителей спать на животе она подойдет, потому что вот подъем вот такой вот. То есть это намного больше, чем шея. И попробую сейчас показать. Подбородок упирается в вот эту вот подушку, и немного, то есть когда мы спим на животе, шея, то есть голова смотрит, получается, назад, ее, ну, как бы дискомфортно. Вот, или если ее задрать, но задрать я ее не могу, потому что у меня она болит. Вот, на боку же
Вот, все отлично, то есть на боку все прелестно, и на спине тоже все good, то есть мне все отлично нравится. Подушка хорошая, и я буду продолжать на ней спать. Единственное, что для меня вот, да, из минусов, что я не могу на ней спать на животе. Но в остальном я сплю крепко на ней, никаких проблем, то есть если я уснул, то уже все, как бы сплю до самого утра без всяких проблем. Вот прилег и сразу спать захотелось. Ну и последнее, что у нас осталось, это вот такой вот набор всяких карандашей, маркеров или чего тут, я не понимаю до конца. У моей племянницы скоро день рождения, и я купил ей вот такой вот набор, я думаю, ей будет приятно. Там еще будут, так, вот такая вот приклеенная, я ее отдирать не буду. Вот бумажка, она немножко приклеена на какой-то клей. Вот, я вот так и оставлю. Тоже коробка деревянная полностью. Вот здесь такие блестящие замочки. Ручка деревянная. Ну, круто сделано все. Ну и теперь давайте попробуем распаковать, как ее открыть. Ага, замочки старые, такие вот защелочки. И... Ба-бам! Круто, выпала линейка, ну тут некоторые инструменты наши выпали, скрепки повыпадали, сейчас я их все, вот это вот я даже не знаю, что это за пятак такой, он, а, это краска, акриловая краска, вот она выпала из этого, сейчас я давайте вот так покажу все, немного приподниму, ну и на второй камере приближу, вот, давайте посмотрим все по очереди, немножко повыпадало тут некоторые вещи, выпала краска. Вот, ну, мы ее можем вставить. Вот. А, она повыпадала, но она не потрескалась, не полопалась. Вот, идет кисточка с краской. Гуашка. А, эти вот штуки внутренние, они тоже приклеены, но приклеены не очень. То есть, лучше их еще добавить клея. Я добавлю, приклею чуть-чуть лучше, немножко лучше эту штуку, потому что она вот снимается. Вот ножнички черные, и они пластиковые. Подстругачка и, ну, маленький такой миниатюрный, я еще не видел таких степлеров, но он очень маленький, у меня даже скрепочки внутри есть. У меня были там, да, маленькие степлеры, но этот самый минимальный из всех, которые я видел. Вообще, мизерный вот такой вот. Крошка. Крошка енот. Крошка степлерок. Далее. Так, это закроем, уберем скрепочку, попавшую сюда. Скрепок насыпалось тут очень много. Так, вот это, да, должно быть. Линейка, наверное, закрывает. А здесь вот одно пустое место, и я не знаю, то есть вроде ничего больше нету такого крупного, чтобы сюда положить. Что это может быть? Ладно, давайте карандаши, скрепочки. А, наверное, здесь лоточек, это есть лоточек для скрепочек. Карандаши прикольные, небольшие размером. Вот это обычные карандаши, а это эти. Как, даже на руке пишут, смотрите. Мелки, вот, вспомнил. Есть мелки такие, они не заточенные, а есть вот такие, вот это как пластиковые, наверное, да. Но, тем не менее, пишут на руке тоже. Я помню, у меня были подобные мелки вот такого плана, они не писали на руке. Поэтому для меня надпись, ну, то, что оно пишет на руке, удивительно. Вот, ну, карандаши тоже пишут на руке. Для меня, если пишет на руке, это показатель качества для карандаша. Потому что карандаши, ну, по логике, они на руке писать не должны. Сейчас я немножко скрепочки достану. Которые переехали. Вот много-много разного цвета. Uh,
Это у нас что? Вот здесь два штучки. Два таких вот тюбика. И я так понимаю, это клей. А ну. Да, это клей. Клей вот такой вот жидкий. Прозрачный. И ПВА, скорее всего, ПВА. Нет, это не клей, это какая-то замазка белая, или что это. Или клей просто превратился в такую штуку. Ну, в общем, какая-то белая штука вот такая вот. Если буду монтировать видео до того, как я ей вручу, я у нее обязательно спрошу, что это, и добавлю под видео. Ну, и последнее, что у нас тут есть, это вот такие вот маркеры, или я не знаю, что это такое, вот такие вот разного цвета получается. Их у нас оттенков 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук в ряду. 3 ряда, 36 штук. Вот. Давайте посмотрим. Вот такие вот. Так они выглядят. Тоже пишет на руке желтый цвет. Защелкивается. А здесь пробочка с обратной стороны. Возможно, наверное, ее открыть можно. Да, выкрутить. Для того, чтобы, наверное, добавить туда спирта или воды, на чем они там основаны. И все это все тут еще закрыто линеечкой. Вторая сторона не поднимается, значит, приклеена. Ага, немножко есть. Но хорошо приклеена, то есть вторая сторона. Левая сторона хуже приклеена. Сейчас мы ее подклеим. Офигенный набор, я реально, я бы, наверное, художником стал, если бы мне в детстве подарили такой набор, я бы с удовольствием им пользовался. Ой-ой, опять посыпалось, ага, скрепочки не все убрал. Вот, ну ладно, сейчас я это все уберу под шаманю немножко, но в любом случае это офигенный набор. Я его покупал по акции, была она в нашем телеграм-канале, и ссылку я добавлю на все товары, которые сегодня обозрели, добавлю в описании к видео. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч и удачных покупок!